Когда и что сажать? Природа подсказывает. Весна бывает ранней и поздней, сухой и дождливой. Поэтому точные сроки для проведения посевных и посадочных работ на огороде определить трудно. Но вот природа никогда не ошибается. Внимательно следите за изменениями в природе. Она всегда даст вам верную подсказку. Как только зацвела мать и мачеха, ива, распускаются почки березы, значит, пора высеивать в открытый грунт репу, редис, морковь, свеклу, лук и салат. С началом цветения березы можно сажать ранний картофель. А когда цветет черемуха, подошло время и позднего картофеля. Зацвела калина, распустились листочки у дуба, значит, заморозков больше не будет. Можно сажать в открытый грунт фасоль, кабачки, тыкву, огурцы. Ну а если зацвела рябина и сирень, высаживайте под пленку рассаду перцев, баклажанов и томатов. И еще. Весной крайне важно не упустить момент, когда можно приступить к перекопке почвы. Есть один простой дедовский способ, как определить сроки подготовки почвы. Земля вам сама подскажет. Возьмите в руку горсть земли, сожмите и разожмите пальцы. Если почва распадается на крупные кусочки, самое время, а если нет, то еще рано. А вот если почва рассыпается в прах, то, к сожалению, уже поздновато. Если вы любите комнатные растения, у вас есть огород или сад, присоединяйтесь к нашему каналу. Мы раскроем вам все секреты –